Так, у нас сегодня 27 сентября, Славянск. Сейчас мы на поселке Артема. На рыбхозе мы были уже два места с водой. Приехали сюда, набираем воду. Благодарим Бога за молитвы, которые молятся о нас. Благодарим Бога за то, что дает нам возможность, да, служить этим людям, этой водой чистой, очищенной. Господи, благослови, да. Передаем всем привет и огромное спасибо, друзья, что помните о нас, помогаете нам совершать это общее, такое маленькое дело, но очень, очень сейчас хорошее дело для этих людей, которые живут здесь, на этом поселке. Господи, благослови каждого. Передаем привет в Германию и всем нашим братьям и сестрам.